Выявлены причины массового падения скота в горном районе. В конце января появилась информация о падеже 16 голов крупного рогатого скота в селе Бескёль. Коровы принадлежали фермерскому хозяйству И.П. Яковлеву. В 2015 году он участвовал в конкурсе «Начинающий фермер» и получил грант в размере почти 1,5 миллиона рублей. При осмотре помещения комиссия выявила, что вентиляция не работает из-за закупорки льдом. Со слов владельца, накануне он включил и оставил на ночь тепловую пушку на дизель. Топливе. По результатам лабораторных исследований подтвержден диагноз – отравление угарным газом и дистрофия из-за низкого качества сена. Фермер Дмитрий Яковлев в течение года должен восстановить свое хозяйство собственными силами. И на сегодняшний день подтвердилось, что от угарного газа был падеж вот данного стада. Соответственно, нами поставлены задачи, чтобы в этом году, в течение этого года, данное поголовье, данное хозяйство будет восстановлено.